Я считаю, что здорово команда сыграла, да, может опять начало проспали, Акбарс был немножко активнее, но все равно мы забили два гола, быстрых, можно сказать. И я же обещал болельщикам после Нижнекамска, что будет другая команда, так оно и вышло, две игры выиграли. После того, как Акбарс сравнял счет, в чем сумели добавить, прибавить и вновь выйти вперед? Ну, просто продолжали верить, играть в тот же хоккей, принесло плоды, вовремя ребята забили. Ну, стал известен соперник Салават Юлаева по первому раунду плей-офф, «Авангард». Что скажете об этом сопернике? Хорошая, крепкая команда. Там, да, у них, может, что-то не получалось, но это сильный соперник, это топ-клуб. Я думаю, что серия будет очень интересная. По ходу игры с Акбарсом следили за тем, как развиваются события в Астане? Да, кто-то говорил, что-то там у нас массажисты говорили, где-то там забивал «Авангард». Ну, так особо как бы, ну, конечно, не хотелось лететь 7 часов. Ну, Барс, удачи, там, носки, там, пусть купят, чтобы ноги не отекли. Антон, ну и как прокомментировать свою заброшенную шайбу сегодня? Володя здорово отдал. Наконец-то, те игры, он мне какие-то котлеты кидал через зону. Вот сейчас он отдал хороший пас, я попал, и хотелось бы посвятить эту шайбу Станиславу Юрьевичу, который вчера умер от продолжительной болезни. Вот, это легенда челябинского тренерского цеха. Вот, это большая потеря, у него много хороших воспитанников. Хотел бы посвятить победу, посвятить и гол ему.